Больше малых и средних компаний выходит на экспортные рынки, хотя раньше Запад был вотчиной исключительно крупных федеральных корпораций. В целом у бизнесмена все больше возможностей для международной работы. Выход на экспорт – это серьезный шаг для любого владельца бизнеса. С этим соглашается и предприниматель Илья Губарев. Легче, когда ты можешь обратиться за советом, когда ты получаешь поддержку, как информационную, так и государственную поддержку с точки зрения возможности пообщаться с представителями власти, обсудить те проблемы, которые у тебя возникают там, с таможней, с декларированием продукции, и пообщаться с коллегами на эту тему. То есть это просто происходит гораздо быстрее и, ну, скажем, увереннее. Илья говорит, что произвести какой-либо продукт в России не проблема. В нашей стране утрачены технологии и станкостроение. Скажем, чтобы произвести новую модель такой лодки, оборудование придется покупать в Европе, а материал в Китае. А вот российское качество, дизайн на высоте и эффект девальвации делают российскую экспортную продукцию более привлекательной. Большинство товаров производится в Китае, как казалось, не в Европе, не в Америке. А Китай в последнее время очень сильно страдает и по качеству, и по срокам, и по отношению к европейскому потребителю, поэтому мы не ощущаем каких-то вот таких препятствий либо преград в этом направлении. А все-таки рынком диктует клиент спрос, а не какие-то там политические моменты.